Обычно они предупреждают. На данный момент по Волоколамскому проспекту. А вот, пожалуйста, что мы сказали, объяснили, что ты сама. Вообще, ты думаешь, на тысячу звонков, по-моему, да. Все, вы сказали, я испарилась. Машины нет. Вы сказали, я испарилась. Пойдем. Слушайте, откуда вы приехали, расскажите? Не хочу я с вами вообще разговаривать. Вы гражданка Украины, да, насколько я понимаю? Какая вам разница, куда я? А вы понимаете, что вы мешаете движению дорогу? Вы понимаете, что я с вами разговаривать хочу, чтобы вы пошли? Я не могу разобрать. Это потому что вы сами не хотите разговаривать. Что вы делаете на проезжей части? Прошу. Вы находитесь на проезжей части? Покиньте проезжую часть, пожалуйста. Не понял, вы находитесь на проезжей части. Ну, я понял. Вы вместе не предназначены для пешеходов. Пожалуйста, покиньте проезжую часть. На дорогу, ты не боишься, что у вас машина задет? Не, ну там полоса стоит, водители знают. На что деньги собираете? Ну, просто так, она не пьется, она не капает, она мазает. Откуда приехали, из какого города это стоит? Да, молодец. Как давно? Я не знаю, а в России здесь где живете теперь?